нет. Добровольский. Справа подает Добровольский, а слева Владислав Радимов. Шесть игроков нашей команды в штрафной площади. Дотянулся все-таки до мяча голкипер. Нет, не получилось. И может получиться продолжение. Хорошо. Пас, гол. Ну, наконец-то. И забил этот мяч Симутенков. Игрок, который вышел на замену. Игорь Симутенков, автор первого мяча в товарищеском матче Россия-Объединенные Арабские Эмираты. Все правильно. Все правильно. Игорь Симутенков идет и благодарит Владислава Радимова, футболиста, который сделал хорошую передачу, который продолжил борьбу. Казалось бы, уже в проигранной ситуации. Вот видите, Колыванову не удалось развернуться. Не получилось обманное движение. Включился в борьбу. Владислав Радимов не стал обыгрывать вратаря. Переложил мяч и сделал передачу. Передачу непростую, но разобрался с этим пасом Игорь Симутенков. Я думаю, что очень важный гол. И еще раз скажу, не ради победы, не потому что и Олег...